Здравствуйте, мои дорогие! Я очень рада встретиться с вами на моем канале. В сегодняшнем видео покажу вам мои новые находки с AliExpress. Все ссылки на все, как всегда, оставляю в описании под видео. Давайте приступать. Всем желаю приятного просмотра. А сейчас прекрасное время, чтобы обсудить мои косметические находки с AliExpress. Два интересных товара мы сегодня с вами посмотрим в этой рубрике, которая вам, как показывает практика, нравится. И первое, это вот такие румяна. Они очень популярные, многозаказываемые, интересные, бюджетные. Здесь находится зеркало, что очень удобно. Дальше второй ряд, это вот пуховка такая тоже удобненькая. Я уже все раскрутила, уже эту пуховку пропитала. Сейчас покажу как. И последний, третий ярус открывается путем свинчивание вот этой крышки. Здесь сами румяна располагаются, они в нескольких оттенках. Я, мне кажется, самый такой приятный, нежно-розовый, чуть-чуть с персиковым подтоном выбрала оттенок, чтобы такие свежие, молоденькие, девичьи щечки получились. Итак, здесь находилась прослойка между вот этой пуховкой и вот этой нижней баночкой. Эту прослойку мы снимаем и вот так вот очень долго нажимая, добиваемся того, что в конечном итоге вот эта пуховка пропитывается этой пудрой. Цвет, еще раз покажу, очень приятный. И дальше использовать эти румяна очень удобно. Просто вот так вот нажимаем и проходимся по нужным местам. Главное не переборщить. Я делаю вот сюда и ухожу немного сюда, чтобы вот такой лифтинг-эффект получить. Цвет приятный. Надеюсь, что не будет ни пятнить, ни полосить, не подчеркивать какие-то шелушения. Пуховка еще действительно новая, свежая, она еще плохо пропиталась, поэтому нужно несколько раз проходиться, чтобы получить какой-то эффект видимый. Но зато можно контролировать здесь такое мягкое наслоение. Здесь вот уже побольше получилось у меня. Но цвет приятный, красивый, такой освежающий, да? Давайте еще сюда добавим. Ну, прям хорошо, да ведь? Мне кажется, очень хорошо, свежо, красиво. Очень поверхность такая приятная получилась. И цвет действительно омолаживающий. И лифтинг эффект у меня получился. Стоимость 100 с небольшим рублей. Очень удобно. То есть вот так вот откручиваете зеркало, и даже можно на ходу где-нибудь, смотрясь в это зеркало, прирумянить себя и сделать вот такой молодой, свежий, красивый, очень милый. Сразу же, не отходя от кассы, следующий товар – это вот такие вот кремовые тени. Большой тюбик, такой голографический, очень красивый. В различных оттенках эти тени представлены. Тоже супер бюджетные, по-моему, даже меньше 100 рублей они стоили. И я решила выбрать тот цвет, который был на заставке. Вот такой розовый, неожиданный. Мне, если честно, очень страшно его на себя наносить. Страшно, потому что испортить макияж. Я его долго сегодня делала, и мне еще много что с ним снимать. Но мы все-таки с вами это сделаем. Мы преодолеем этот страх и нанесем эти тени. Оттенков было много, но этот именно оттенок был на заставке, на главной странице. Он очень красиво был там нанесен на девушку. У нее, конечно, все было вокруг вот этих вот теней как-то выбелено. Все очень заретушировано. Поэтому никаких покраснений этот оттенок не подчеркивал. И не казалось, что глаза какие-то болезненные, какие-то, знаете, заплаканные. Очень много других красивых оттенков, но у меня все эти оттенки как бы есть. А вот этот мне прям запал в душу. Я решила поставить другой объектив, чтобы вы видели, что я там вообще себе делаю вдалеке. И вообще оказалось, что я супергений, что я записываю голосовую часть без микрофона. И поэтому вы слышали бесконечный скрежет объектива, как он фокусируется в первой части. Но сейчас я догадалась все-таки микрофон-то поставить. В общем, находясь в своих переживаниях, все эти последние 10 дней, мне как-то сложно сконцентрироваться, собраться и делать все то, что я раньше делала, четко. Так же четко, как раньше. Ну вот что у меня получилось на глазах. Мне кажется, это очень сильно красивый цвет. Он совершенно не кажется каким-то заплаканным. Не делает глаза какими-то покрасневшими. Он делает глаза очень красивыми, очень свежими. И цвет действительно очень правильный. То есть он немного в какой-то сиреневый все-таки подтон уходит, а не в красноту. Из-за этого он делает вид совершенно здоровым. Так ведь? Вы только посмотрите, я только что помыла руки с обычным мылом, и эти тени остались на месте, они никуда не делись. То есть они снимаются действительно только гидрофильным маслом, а это значит, что можно в любую погоду и в дождь, и снег, и в бассейн, и на любые какие-то аквавечеринки с этими тенями
тенями, и все будет идеально, они будут сидеть на месте и будут всегда вот такой вот красивый и аккуратный вид создавать на ваши глаза. Посмотрела я вот так на себя в зеркало и поняла, что это будет моим новогодним макияжем, что я сделаю вот такие тени себе в новогоднюю ночь. Будет у меня белое красивое платье с пайетками, какие-то нейтральные серьги, и вот эти вот тени станут ярким акцентом. И для этого всего нужны, конечно, еще и белые зубы, к которым нужно подготовиться заранее. Слава богу, у меня еще остались полоски от Rigel, которые я вам неоднократно показывала. Да, их можно применить как экспресс-средство прямо накануне, перед каким-то важным событием, то есть прямо перед новогодней вечеринкой. Но лучше немного заранее все это начать делать, и чтобы накопительный эффект сработал. Я вам про эти полоски рассказывала уже не один раз. Говорила, что когда-то заказала несколько пачек. Там 3 упаковки было. Акция по цене одной, и до сих пор ими пользуюсь. Говорила вам, что это очень удобное средство, которое имеет ряд преимуществ. Первое — это то, что вы сразу же видите моментальный эффект, то есть зубная эмаль становится светлее, белее, оттенок более холодным становится сразу же после применения, спустя 20 минут. Дальше второе прекрасное свойство этих полосок — это то, что они предотвращают образование зубного камня, то есть устраняют зубной налет. Также антисептическим свойством обладают, то есть убивают бактерии на наших зубах и вообще в ротовой полости, а также освежают дыхание, то есть можно заживательной резинкой не пользоваться. Сделаны в Великобритании, не содержат перекиси водорода или каких-то других агрессивных компонентов, не нужно ничего сплевывать, наносите эту полоску. То есть наклеиваете на переднюю поверхность, подклеиваете под торец, и за зубы заклеиваете. У них такая приятная клеящая поверхность, поэтому они сами прилипают как надо. Все то же самое проделываем на нижних зубах. Очень легко и просто. Я еще вот так вот языком провожу, чтобы не приклеивались они к этим участкам. Вот к этим. Все так просто. Ходим, делаем свои дела в течение 20 минут. Под воздействием слюны эти полоски превращаются в активный гель. Они начинают действовать, я уже чувствую, как дыхание освежается после хорошей зубной пасты или хорошей жвачки. Ну все, и спустя 20 минут они просто смываются слюной, ничего сплевывать не надо. Но если вы, конечно, имеете какой-то чувствительный желудок и пищевод, как-то там переживаете, можно, в принципе, 20 минут вот так вот походить и сплюнуть. Тоже как бы я тут проблем не вижу, я иногда сплевываю, иногда нет. Каких-то вредных воздействие на желудочно-кишечный тракт я не почувствовала. Вот уже эти полоски превратились в гель. Можете увидеть, он такой густой, плотный. Хорошо со всех сторон окружил зубы. Давайте через 20 минут я к вам вернусь. Ну вот, прошло 20 минут. А так выглядят мои зубы. Когда языком по ним провожу, они более гладкие. Дыхание абсолютно свежее, как после хорошей зубной пасты и даже ополаскивателя для зубов. Они более светлые, более холодный оттенок приобрели. В общем, супер. И если вот так вот делать несколько процедур друг за другом, то эффект будет все более выраженным. Напоминаю, что вы можете приобрести эти полоски, 3 упаковки на официальном сайте по цене одной, пока идет прекрасная акция у Rigel. Либо можете одну упаковку для пробы заказать на Озон или Wildberries по супер промо цене. Но торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Все ссылки на полоски я оставлю в описании под видео. Далее я сразу хочу показать вам 2 вещи. Верхняя на мне — это оверсайз пуловер, который я выбрала в зеленой расцветке, также ярко-розовый и небесно-голубая представлена у продавца. Размер это у меня самый маленький, S. Стоимость этого пуловера 1853 рубля. Состав материала 100% полиэстер. Качество пошива, качество вязки замечательное. Модель действительно интересная. Это действительно оверсайз. Широкий этот пуловер у горизонтали. Но единственное, что девушки на картинке у продавца надевали его как платье. Я пробовала так сделать. И даже на мой рост 162 сантиметра эта вещь действительно коротковатая. И с колготками я ее надеть не могу, то есть могу только с леггинсами, но максимум с какими-то толстыми колготками, и то, не знаю, даже под вопросом. В общем, вещь очень классная в качестве именно пуловера, мне безумно понравилась. И внизу у меня зимние леггинсы, как заявлено у продавца, там действительно такой небольшой плюш, небольшой ворс находится внутри, но все-таки, положа руку на сердце, можно сказать, что эти леггинсы не зимние, а именно демисезонные, то есть на какую-то прохладную погоду. В мороз вчера я в минус 12 пыталась их надеть, вся
замерзла. Уже заказывала их ранее в размере M, но они мне большими оказались, и я размер S выбрала, то есть они больше мерят на один размер, чтобы они смотрелись именно как леггинсы, как-то так по ножке сидели, нужно их на размер меньше выбирать, не боясь. Они действительно свободные и в талии, и в ногах. Мне нравится, что их посадка четко на талии, что в талии вставлена эластичная резиночка, и мне нравится, что такие прострочки находятся на штанинах, что спереди, что сзади. Из этого вид такой эстетичный и сложный получается. Качество, в общем, очень хорошее на демисезон. И если вы живете в каких-то теплых краях, и если у вас зима теплая, то тоже очень советую. Следующее, что вам с удовольствием покажу, это портативная кофемашина для приготовления экспресса. Заказала я ее в магазине Smart Life. Это российский магазин. Из Российской Федерации у них существует доставка, поэтому все товары приходят очень быстро, курьером, на дом, без всяких сложностей. У этой кофемашины совершенно адекватная цена. Занимает она немного места. Можно и дома ее использовать, можно в автомобиле, можно на пикнике, на даче, где угодно. Мне нравится, что и дома ее хранить очень просто из-за небольших размеров. Она пришла вот в таком чемоданчике, в котором ее, опять же, удобно с собой возить куда-либо. Вы при ее помощи можете приготовить кофе и из молотого, а также из капсул. Здесь соответствующие насадки все находятся в комплекте. Также несколько кабелей питания здесь идет в комплекте. Первый кабель работает от сети, второй от USB и третий от автомобиля. В приготовлении здесь все очень просто. Капсул у меня, к сожалению, под рукой не оказалось, но я видела огромное количество отзывов, где люди писали, что с капсулами все проходит даже гораздо проще. У меня есть обычный молотый кофе, и я просто засыпаю его в специальную чашечку для него, закрываю крышкой, вставляю это все в специальную насадку, закручиваю ее, сверху раскручиваю крышку, добавляю туда обычную воду. Можно добавить горячую, можно добавить кипяток, тогда кофе будет готовиться еще быстрее, то есть в воде не нужно будет нагреваться. Можно добавить обычную прохладную, холодную воду, какую хотите, тогда чуть подольше будет кофе готовиться. Все, закручиваю верхнюю крышку, нажимаю одну единственную кнопку. Перед этим, конечно, кабель нужно подключить, то есть здесь не на аккумуляторе эта вещь работает, а именно от питания. И дальше я ждала несколько минут, и у меня получилась такая порция настоящего, хорошего, вкусного, прекрасного кофе. Сама не пробовала, потому что кофе не пью вообще ни в каких проявлениях. А вот мама моя любит, она выпила с удовольствием эту порцию, сказала, что очень вкусно, что ей все очень понравилось. Я, собственно, для мамы эту кофемашину и заказывала. Она у меня давно просила такую вещь. В общем, мама довольна, и я, соответственно, тоже. Дальше, следующее, что хочу вам показать, это вот такой твидовый блейзер черной расцветки. Очень интересный. В размере M я его выбрала, но можно было смело на размер больше заказывать. В размере L тогда бы и рукава были подлиннее, и вообще как-то все это посвободнее бы смотрелось. Вещь действительно в стиле ретро. Посмотрите, да, здесь такие золотистые пуговицы, прям ретро-ретро. Здесь такая окантовка в виде вот этой вот елочки. Действительно, все очень сложно. Сразу скажу, что очень большое количество ниток торчало. Мне пришлось их всех поотрезать. Причем торчали они прям вот на самом материале, в местах соединения элементов. Стоимость, мне кажется, слегка завышена. Хотя вещь неплохая, но я бы не сказала, что у нее прям на 100% идеальное качество. На мне сидит довольно интересно. Мне очень нравятся твидовые блейзеры в стиле Коко Шанель. Поэтому я его и выбрала. Вообще вещь вполне удобная, вполне приятная, вполне комфортная. После срезания ниток смотрится очень даже неплохо. Следующая полезная и бюджетная вещь, которую я заказала, это мыло в таблетках для дозатора, который выдает мыло в виде пены. У меня два таких дозатора, я вам их показывала. Один у меня настольный, второй настенный. Оба они требуют вот такого какого-то специального мыла. Устала я сама его бодяжить из обычного жидкого мыла, потому что всегда консистенция какая-то неоднородная получается, запах тоже какой-то не очень приятный. Все как-то расслаивается, в общем, не то. Увидела на Алиэкспресс такие таблетки за 100 рублей, решила попробовать. А запаха практически это мыло не имеет. А у продавца было заявлено, что эти таблетки шипучие, что они сами должны растворяться, но ничего подобного. Я их просто закинула в стаканчик, и через полчаса эта таблетка растворилась. Дальше получился такой мыльный раствор, совершенно прозрачный, очень красивый. Я залила его в дозатор при помощи вот такой воронки. Ну, конечно же, пролив изрядную часть. Но самое главное, у меня все получилось. Дозатор действительно выдает эту пену, выдает в правильной консистенции. Все очень хорошо. Хотя, вы знаете, лучше будет консистенция, еще лучше, еще идеальнее, если сразу две таблетки кидать на вот такой стакан воды. Следующее, что хочу вам показать, это зубная щетка от Oclean. Мне очень нравится этот бренд. Модель называется Oclean XS. Это ультразвуковая электрическая зубная щетка с 5 режимами чистки. В белом цвете я ее выбрала, также в других цветах она представлена. Я вам как-то показывала умные такие щетки, у которых есть приложение, и там при помощи приложения можно ими управлять и рассматривать, в общем, всякие функции.
с российского склада тоже есть у них доставка. Фирма действительно замечательная, я много лет уже пользуюсь зубной щеткой электрической только этого бренда. У меня две щетки, и это третья модель. Она попроще из-за того, что здесь нет приложения, но она достаточно функциональна, и в ней все необходимое уже есть. То есть, в принципе, здесь приложение и не требуется. Три кнопки на ней располагаются: верхнее включение-выключение, двумя нижними вы переключаете режимы. Их здесь пять, как я уже сказала, они вполне стандартные. И при каждом режиме колебания, которые издают ворсинки, будут разными. У этой зубной щетки в комплекте идет подставка-зарядка, хотя прошлая моя модель этой щетки заряжалась и от блина зарядочного для телефона. Здесь несколько насадок в комплекте. И ум этой зубной щетки заключается в том, что каждый раз после чистки она вам выдает заключение об этой чистке. То есть показывает, насколько эффективно вы зубы прочистили, какую зону вы упустили. Ставит вам какое-то количество звездочек из трех. Показывает, насколько тщательно вы это сделали. У нее, кстати, автоматически запускается таймер после начала чистки. То есть спустя 2 либо 3 минуты, в зависимости от режима, она сама отключается. То есть вы не будете чистить зубы 10-15 минут. Она вам четко и ясно дает эти 2-3 минуты. Очищает она действительно очень хорошо. Я водостойкий маркер использовала на своих зубах. И посмотрите, как она справилась буквально за несколько секунд. И последнее, что я вам с удовольствием покажу, это вещь для моего ремонта. Постепенно я начинаю получать вот такие товары. Я заказала прекрасную лампу, которая обошлась мне всего в 1700 рублей. Заказала я их 3 штуки. Такие лампы будут располагаться у меня в спальне. 2 около кровати по обеим сторонам. И третья над креслом, тоже в этой же самой спальне. Очень они стильные, очень они лаконичные. Много в каких дизайнах я видела именно такие лампы. Я обрадовалась, что они дешевые, что здесь никакие плафоны не нужны, ничего. То есть вот все, полностью лампа готова, полностью собрана. Здесь шнур достаточно длинный, вы его длину можете сами самостоятельно регулировать, когда будете располагать эти лампы. И преимущество ее заключается в том, что у нее только с одной стороны рассеивается свет, то есть он попадает на стену и не попадает в ваши глаза. Очень красиво и стильно она смотрелась на картинках. Потом я посмотрела реальные отзывы, поняла, что она смотрится точно так же. А после этого, еще получив ее вживую, убедилась, что да, действительно, она идеальная. Поэтому очень советую, конечно же, когда я ее повешу, я вам дополнительно все подробно покажу. Ну вот и все, сегодняшний обзор подошел к концу. Я очень надеюсь, что вам понравился и он сам, и товар, который я в нем показывала. Разворачивайте описание, чтобы найти все лежащие ссылки на все товары, о которых шла сегодня речь, а также на все, что было на мне во время съемок и примеры к этому видео. Оценивайте это видео лайком либо дизлайком. Пишите все ваши мнения, впечатления в комментариях. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой телеграм-канал и на остальные мои соцсети. Я буду вам там очень рада. Не забывайте воспользоваться прекрасной акцией от Альфа-банка, если еще не сделали этого. Для этого вам нужно заказать кэшбэк-карту по ссылке в описании, совершить по ней любую покупку на любую сумму, и через некоторое время вам на эту карту начислится бонус в виде 1000 рублей, которую вы можете потратить как вам угодно. Все подробности акции в описании. Карта абсолютно бесплатная, ее обслуживание будет бесплатной, а дальше вы по ней будете получать кэшбэк за все ваши покупки в размере 1.5%. Сама очень давно уже пользуюсь этой картой, всем друзьям, родственникам ее тоже посоветовала. Очень классная вещь, поэтому для такого бонуса в виде 1000 рублей обязательно воспользуйтесь этой акцией. А на сегодня я с вами прощаюсь. Всем до скорых встреч!